Друг, подруги, всем привет, с вами Грувчанский. Вот смотрите, Диабло у нас обзорчик был, Снит был, и остался третий герой, это Кок Пирожок. Сегодня будет, естественно, видео о нем, но видео будет непростое, потому что я давно обещал вам показать еще и сборку на АПМ пиратах. Это тогда, когда ты крутишь очень много пиратов и кого-то усиливаешь, кого-то там в конце продаешь. Сразу такое сильное, прикольное видео. Так что, друзья, садимся, устраиваемся поудобнее, прожимаем царский лайк, это прям ультра обязательно. Ну и приятного просмотра. Вот я по своей натуре больше люблю играть, а на изучение чего-то нового всегда остается слишком мало времени. Поэтому я для себя долго искал что-то такое, чтобы и поиграть, и чтобы полезно было. И я нашел сервис для самостоятельного изучения английского языка Puzzle English, где в игровом формате вы сможете погрузиться в языковую среду. Например, если у вас сложности с восприятием на слух английской речи, то в сервисе вы найдете упражнения для прокачки этого скилла. Аудио и видео пазлы, наверное, самый эффективный сервис в этом вопросе. А главное, все будет происходить в игровой форме. Вам надо будет из пазликов собрать услышанную фразу. Если вам больше нравится классический метод обучения, то тут для вас есть уроки, тренажеры и последовательные курсы для разных уровней английского языка. А главное, вы не привязаны к конкретному репетитору и можете уделять столько времени, сколько вам нужно. Тогда, когда вам это удобно. А для тех, кто еще хочет сэкономить, тут предусмотрен премиум доступ к разделам. А еще в Puzzle English началась Черная Пятница, где можно урвать вечный премиум. Да еще и со скидкой в 75% за 3690 вместо 14990. Но надо поспешить, потому как с 1 декабря купить вечный премиум больше нельзя будет, потому что этот тариф исчезнет из тарифной сетки. Так что это огромная скидка с учетом того контента, что вы получаете, и скорой эксклюзивности. Акция продлится только до 30 ноября. Поэтому переходите по моей ссылке в описании, приобретайте вечный премиум и изучайте английский играючи. Мне кажется, что Кок не такой суперсильный герой. Либо у меня как-то за ним не получается играть. Но Кок считается мощным. Часто рашут таверну. А за элемов как? В основном драконы. Во второй таверне кого брать? Во второй таверне нет ни крушителя, ни колесгаса. На ком стрелок сидит? На Финле. Снова дракон. Выход в левел. Альбина, флешмоб 200. Да что такое? Вы сговорились сегодня. Спасибо большое, Альбина, за 200 рублей. Почему мы на 200? Почему не 99? Почему не 500? Блин, что, в левел пойдем? Еще дракона сожжем. Слушай, ему я в любом случае проиграю. Ролл мне не очень нравится. Если я возьму тебя, но не буду тебя на стол ставить без бафа, все равно мы получаем по лицу. Да? Просто здесь сколько хрипов, вот, например. Он ударился бы, и стол был вообще бы убийственный. Хорошо, я ничего не поставил. Угу. Вравко, Вравко. Как правильно тебя прочитать, не знаю. Спасибо большое за поддержку. Так, ну тебя мы сжираем, получается. Тебя покупаем. Так. Токенов, я думаю, наберем. Мурлока сожрал, потому что больше здесь ничего сожрать-то и не было. Все остальные без кричтайпа. Спасибо большое за подписочку. Добрый вечерочек, здравствуйте.
Ох, даже можем выиграть, вау. Что такое? Ничья. Сиквел, спасибо за 200 рублей. Спасибо огромнейшее. Что там выпало? Киша, что ли? Зе Киша. Че, вот тебя и тебе, тебя плюс тебя. Выглядит not bad плюс этот, да? Рерол. И лучше бы дракона, да? Ну, можно и пирата. Мурлоки мне не очень нравятся здесь. Элема. И давай, наверное, пирата лучше вот к этому всему. Это мы будем продавать. Вот так, что ли, правильно? Раз, два, три. Это баф сюда летит, да? Так, дальше левел получается. Обилка, и я копаю Т4 юнита. Типа, стоп, как часто в четвертую таверну за этого героя выходит? Четвертая таверна на шестой ход. Это нормально, это нормальная тема. На седьмой тоже нормально часто выходит. Но на шестой чаще. В пятую идут на восьмом. То есть ход сидят в четвертом, а то и два. Но у нас еще плюс деньга есть. А, блин. В итоге качнул Длань Империи, да? А в итоге вообще качнул морского контрабандиста. Опять 200. Спасибо, Враска. Спасибо огромнейшее. Так, я думаю, мы жираем пирата, да? Вот это хорошо. Это прям отлично. Так, наверное, как-то так. Что делать, если за 20 плюс игр у меня ни разу не было в выборах Диабло, несмотря на то, что у меня 4 героя на выбор? Ну, просто тебе не повезло. Что делать, не знаю. Что? Ругаться, в Blizzard писать. 8, блин, кстати. Не очень прикольно. А мне не хватает пробить, офигеть. Фейл. Хороший удар. От тебя все равно проиграли. Но это не очень много урон. Пиво с орлом. Как называется? Оно называется пиво с орлом. Роджек, спасибо большое за 200 рублей. Я думаю, что левел. Ну, типа... А, стоп. Да, все правильно, там песня уже закончилась. Так, левел, да? Вот это хорошая карта, но зверя нет. Я могу вместо тебя взять капитана Южных морей. Ну, тоже другая сумма. Тоже интересно. Спасибо большое, Антон, за 250 рублей. Спасибо огромнейшее. Не знаю, это стенка. Элемы. Плюс монетка будет. Не знаю, может, зря пошел рашить. Вообще здесь, наверное, надо было два капитана брать. Ну, типа, что-нибудь бахну. Записать. Забивает суммы донатов, а? И вот сюда налево бы лучше ударили. Хорош. Ну блин, очень плохо он играет с ним, да? Кто это? Моррис. Стрелок еще не вылетел? А, здесь еще куча. 5 репликаторов, блин. Не, ну там первый таверна, это не должно быть так страшно. Ну хорошо, я подумаю. Если идей нет, я попробую придумать что-то. Интерактивненько. В наемниках 360 рейтинга норм. Что если за 30 игр ни разу не было? За 30 игр ни разу не было. То надо встать из-за компа и пойти искать женщину, если за 30 игр ни разу не было. Это я не буду играть.
Вообще, может быть, еще надо было рерол делать. Вот это берем. Это уже выкидываем. Мне очень нужно сделать так, чтобы позолотился дробитель. Тебя брать? 300. Раз, два, три, четыре. С тебя начнем. Если вот это позолотим, будет очень хорошо. Тогда можно в ВПМ сборку выйти. Спасибо большое, Павел, за 300 рублей. Боже, сегодня что-то произошло. Все, ребят, хорошо. Все нормально. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. А, вскрылось. Да ё-моё, ну да это ненормально же. Ну ёлы-палы, ну это ненормально. Офигеть, у него стол жирный. Ну вообще нечестно, по-моему, это было. Шпаны, что ли, нужны, да, чтобы больше подыхало. Ну тогда есть шанс позолотить что-то другое. Блин, ну там были шансы. О, дробитель еще один. Руками в ВПМ сборку выйдем. Пара нужна. Вау. А, надо еще обилку играть, я забыл. Алло, где все пираты? Тигр? Можем тебя продать? Вообще вот это нам не нужно. Тебя берем. Кек. Типа я не уверен, что... Ну хотя пронырливую воровку можно и оставить. Здесь тоже две пэги. У меня просто две пэги, два дробителя. Чисто технически... Ну мне в любом случае баблерши надо собирать, да? Но это я не очень хочу. Я могу отказаться от этого. И шаг. Фига вы угадываете? Я бы в жизни не угадал. Неожиданная сумма 123 рубля 45 копеек. Спасибо, спасибо огромнейшее. Так, стоп, стоп. Так, мне надо сконцентрироваться. Все, тихо. Ну что, пираты кончились? Пираты кончились. Триплет. Пират сожжем этого вообще, это бесплатная прокачка.
И дракон сожжем. Отсюда еще карту получим, по идее. Кто нажал на такую красную кнопку со словом подписаться? Ух ты, там что-то позолотили, кек. Может, левел пойдем? Пиратка. По идее, мы можем сыграть это. Слишком сильно там. Что-то выбил дофига. Драконы. Стоит ли мне от Пегги избавиться? А вот это оставить на перерождение? Ревендура нужен. Я думаю, что мне нужна Мексна еще одна. Это в триплет не заходит. Очень плохо впереди стоит. Ну, типа, вылететь, наверное, не вылетим. Насчет сходки, грубо говоря. Типа, пока пандемия. Не знаю, наверное, вот с этим я не буду играть. Блин, лол. Не знаю, это нам не нужно. Яд надо поближе бы. Нужно вот сюда перерождение искать. Я не буду с Адмиралом Элизой играть, полюбе. Мне нужен Ривендор. Мне нужны два перерождения для этой партии. Спасибо за треки. Земфира прозвучала. Просто партия сложная, ссоришь. Много, кстати, урона. Двадцатчик. Надо, конечно, быстрее. У меня мозги, блин. Я чуть не выбил, да, его? Я не знаю, буду ли я играть. Нет, вот это точно нет.
Мозги мои просто кипят. Что можно продать? Есть идея? Да нужен Ривендер, блин. А Ривендера не вижу. Рерол. Ну, блин, это не игра. А, что, может что-то позолотить? А, может позолотить тебя? Супер тема. О, здравствуйте. Здрасте, это хорошо. Вот сюда бы еще Аргуса найти. Че, Грув тут всем показывает? Грув показывает тут всем кунг-фу на АП-эмпиратах. Ну, должно как минимум меньше, потому что, скорее всего, на твоем идет. Ну, что-то между. Как минимум за тебя меньше дадут. Дракон выглядит пострашнее, хотя хз. Это эти звери будут разбиваться 3000 лет. Мы просто ничего не успеем сделать. Я бы так до конца досмотрел, если бы 10 тысяч лет не шла. Партия. Щит подлагивает, кстати. Вау. Знаете, еще какого пирата не было? Который бафает за счет купленных пиратов. Ни одного. О, вон первый. Лол, как... Не знал, что он придет. Поставил уже. Перерождение. Два пирата. Так, баф сюда. Сколько нам там еще надо сожрать? Аргус нам нужен сюда, да? Это хорошая карта. Я не знаю, что мне теперь, на каком слоте мне это все крутить. Хрен знает. Ну, плохо, что первый ударил. Хотя Ривендера мог он убить. Ой, лол, как ему не повезло. Жесть. Обилку. Ай, какой плохой удар. Ладно, чья бы корова мычала. На каком слоте крутить, я не знаю. Не помню, что у него там. Ну, конечно, на слоте для Ривендера покрутил бы. Можно на этом слоте покрутить. Факт прокачивает одного не кайфово. Дептозавр. Конечно, дептозавром закрываться.
Ой, лол. Я чё, больше зверь? Чё? С каких пор? Ну ладно. Ладно, давай так. Блин, я бы это, конечно, подальше хотел поставить. Чё жрать? Я думал, я пират, а я уже с некоторых пор уже не пират. Да. 50 на 50 было. Ладно, тебя сожрём. Я бы вот это подальше все-таки поставил. Все-таки могут быть яды там всякие. Ну ладно, с перерождением тоже, конечно, хорошо. Надо, чтобы он первый ударил. Хорош. Хорош, баблы даже не в Ривендера. Это какие-то чудеса. В яд здесь бы. Хорош. Этот мы бабл реализовали. Не, ну это должна быть победа. 6, 7, 8, 9. Мы еще не выбили его. 14. Гулю какую-нибудь, может быть, на первый слот. Например. Можно. Или Ару. Не, ну Ару не хочу. Гулю вот бы. А че, пираты кончились бы. Снова перерождение. Это будем играть? Будем закрываться. Да, вот так пиратишь. Блин, вот это надо было поставить и вот так вот забрать. Ну ладно. Ой, что-то не то сделал. А, нет, то... Да, конечно, лучше смотрелся бы какой-нибудь... Это я в спору хотел. Да, пыща... Господи, пыща... Гуля бы лучше смотрелась в разы, конечно, тут. Но ее нету, что мне делать. Вот это ближе, наверное, надо. Ну и так нормально вроде. Вроде хватает. Взял пыща, чисто там лучше не было, а спору одну убить. Как бы неплохо. Смотри потом запись этого хода. Блин, меня бесит эта АПМ сборки, я вообще с ума схожу, меня тошнит от них. 79, да, слушай, по твоему рейтингу кидала.